Всем привет, с вами Куайт, и сегодня я покажу вам, где и как скачать игру Aero Truck Simulator и как установить эту игру. Сразу говорю, то что эту игру не надо будет активировать, просто скачивайте, устанавливайте и играйте. Ну что ж, давайте приступим. Сначала нам нужно зайти вот на этот сайт, ссылку на него в описании. Так, тут вот мы что можем увидеть? Информацию об игре. Системные требования и описание игры. Также тут вы можете посмотреть особенности игры, особенности репака и скриншоты к игре. Так, ну что ж, давайте приступим к скачиванию. Нам нужно зайти не сюда, а вот сюда, скачать торрент. Так, далее сохраним, допустим, на рабочий стол. И вот у нас запускаем торрент файл, чтобы у нас началось основное скачивание. Меня сейчас перебросит в зону. Так, я пропущу это. И, собственно, Aero Truck Simulator у меня скачался. Далее что мы делаем? Мы заходим в ту папку, в которой у нас идет основное скачивание. Для меня этого, допустим, если в зоне, просто показать в папке. Так, ждем, пока у нас откроется папка с этой игрой. Так, вот, игра, ну, папка с игрой у нас открылась. Тут у нас что? Идут файлы. Они, конечно, нужны для установки, но больше всего нам понадобится setup.exe. То есть мы запускаем его. Так. Сейчас она запустится. Итак, извините, тут какая-то помарка вышла. А то есть это у меня почему-то не запустился. А, ну да ладно, то есть вы же там уже знаете, как игры-то устанавливаются, правильно? Не буду же вам все показывать. То есть вы сначала нажимаете по-любому далее, обзор, выбираете папку, а потом что вы делаете потом? Там нажимаете далее. И установить. Ну, в общем, все. Дальше потом вы просто нажимаете завершить после установки игры и играете спокойно. Ну и что ж, с вами был Куайт. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. В следующей части я покажу вам, как настроить руль для плавной игры Aero Truck Simulator. Ну, а так вроде все. Всем удачи. И пока.